гуляем по Парижу и ищем самую главную достопримечательность Парижа. Не подумать, что это Лувр, это Эйфелева башня. И мы ходим и пытаемся увидеть. Yeah. О, вот. И вот она наконец-то вылезает из-за домов во всей своей красе. Вот. А Амалия, вот она Амалия, во всей своей красе. И Эйфель башня. Привет, башня, привет, Эйфель. Там, главное, не вляпаться в грязь. Красота, ляпута. А я думала, куда все собаченьки идут? Мимо кафе, в котором мы сидели. Собаченьки все куда-то шли. Они Эйфелева башня. Собаченьки очень любят Эйфелеву башню. Я по дороге не видела ни одного другого места. Слушай, это такие вороны. Да. Комментируй. Что, попали мы, никак не можем. Думали, есть метро. Хотели пройти на другую сторону Сены. А полиция все перекрыла. Мы в одно место тыкнулись, закрыто. Сказали, вот там с другой стороны можно. Туда, там тоже все закрыто. Просто какой-то сегодня непонятный день. Все, весь Париж перекрыт. Нас никуда не хотят пустить. Поэтому ходим взад-вперед вокруг Эйфелевой башни. До Эйфелевой башни мы добрались, а вот обратно не уйти никак не можем. Не будет. Да, ну ничего, сейчас. А у нас еще впереди столько всего интересного. Нам нужно до Нотр-Дама добраться. И сходить в Нотр-Дам. Так что мы спешим. После тяжелой ходьбы около всяких туристических мест надо немножко отдохнуть.
И не просто где отдохнуть, а рядом с Лувром отдохнуть. Не абы где. Да. Один раз в год он стоит аренда мансарды, вон там. Не знаю. Я ходил вон там в мансарду. Лувр можно арендовать. Ну все, отдохнули? Пошли. Нам еще нужно Нотр-Дам посетить. Ну. Мася любительница животных. Она не может пройти мимо голодных голубей. Этих голубей нужно уже это, суп давать, глянь. Да, и тут все, они выглядят такими голодными. Дай мне евро. Амальное посещение Лувра. Солдаты по Нутрову горит. Пытаются, чтобы их не нашли? Не знаю, кто меня так видел, Лувр такой, настолько все пустое. Париж пустой. Лувр пустой. И Лувр Париж пустой. И в Париже все пустое. Все было перекрыто, никого не пускали. Да, поэтому я был так. Дошли до Сите. Почти домой дошли. Да, замки везде привязаны. Нотр-Дам де Пари. Сегодняшний вечер не просто едой, а писать надо французской едой. А французская еда, традиционная французская еда, это ножки лягушачьи. Вот она, лягушачья ножка. И сейчас будет аттракцион, я буду ее есть. Сверчков ешь? Не знаю, может, сверчки это?
Вот. Такая традиционная кухня от хорошей жизни не появляется. Он был 23:12.